Александр Анатольевич, ну, какие бы итоги матча вы подвели первые? Ну, перед поездкой сюда мы прекрасно отдавали себе отчет, что команда без всяких сомнений сильнейшая в этой лиге, значит, наша, по всем параметрам. И по подбору игроков, там, и по всем остальным показателям. Вот. Поэтому в футболе есть законы, что с любой командой можно сыграть. И мы старались это до конца выполнять, но, к сожалению, у нас недовыполнили мы немножко установку по поводу стандартов, я говорю, в первом тайме. Потому что потому как складывалась игра, уже у нас было 2 100% момента. Мы могли вполне открывать счет первые. Вот. Я понимал, что так будет, будет сумасшедшее давление. Нужно будет проявить концентрацию первые, значит, 25 минут, концовку. Но, к сожалению, вот так и получилось. Не доиграли. Значит, есть конкретные ошибки, есть конкретные люди, которые не доработали в этих микроэпизодах и пропустили, значит, 2 гола. Вот. Хотя я ничего не говорю, там было достаточно моментов, чтобы нам еще больше забить. Вот. Но тем не менее, я сейчас повторю, потому как складывалось, мы могли, значит, и даже в счете вести. Вот. Естественно, мы сделали корректировку во втором тайме. Вот. Но продолжилось давление. У нас опять был момент, вы видели. Вот. Но пенальти есть пенальти, он как бы никто их не отменял. Обидный пенальти, конечно, но он был. Вот. И поэтому, на мой взгляд, несмотря на то, что команда была на 2 головы сильнее, мы обязаны были сыграть первый тайм хотя бы на 0. Я думаю, тогда были бы шансы. Вот. А так случилось не совсем по нашему плану, к сожалению. Ваша команда в этом году дебютировала во второй лиге, да, вторая команда Енисея. Какие задачи стоят перед ней? У нас основная задача – это передавать игроков в главную команду и вывести на профессиональный уровень, потому что сегодня те футболисты, которые вышли на поле, они практически еще пороху-то и не нюхали, потому что они почти все еще, скажем, там 3 месяца назад играли в третьей лиге. Поэтому для нас это огромная школа. Спасибо, говорится, хозяевам, что попали по такой прессинг. Это большая школа для нас. Я думаю, что мы сейчас шаг вперед сделали все-таки. Спасибо, желаем успехов вам. Спасибо большое.